Америку дошла. Да. Правда, он дохит, да. Чем вы там? Вот это я видел, это известно. А этот, вот. Это ты видел тоже на решение, это известно. Ну, может, и видел сейчас, Леша. Вот. Вот воскресенье мы. Вот устав, смотри, устав уже был в 61-м году. У Эдварда Хакимова есть фотография одного из членов. Это был охотничий вот такой клуб, да? Клуб. Это Андрей Книгас, член этого клуба. Вот. Выпустил. И Покулин, скорее всего, член этого клуба. Да, да, да. Вот. Они откололись. Вот это я видел, вот эту я не помню. Может, и видел, но я не помню сейчас. В то время даже печатали, ё-моё, а вот печатали, а мы ничего не... Даже в то время находили, вот смотри, с грибами, вот смотри, улитка, грибы, Жень. Я видел грибы, видел. А? Нужны фотографии не ихних работ, этих людей, которые там вот уходили, а нужны любительские фотографии, где они друг друга снимали. Какая у них техника была? Ну это вот этот придет и расскажет нам. Какая у них техника была? Если есть. Эдвард нам расскажет. А, потому что фоторужье тогда было только одного вида. Это фотоснайпер. Зенит. Зенит, да. С этим, с Таиром. Или же самодельные с индустарами 51-ми, 10-й индустар, с индустаром 37-м. Вот, самодельное фоторужье. Фоторужья, конечно, импортные, они были лучше, у них объективы были лучше, во-первых, раз, и фотоаппараты были лучше. Я думаю. Ну да. Что, сейчас я уже подойду, сейчас через 5 секунд, ладно? И начнем. Давай, начнем. Вот. Что это такое? Я встала, железо. А, отыграла. Такой. Изменим дом к лучшему.